основные функции данных часов. Открываем Mi Home и заходим в настройки часов. Первая настройка, которая у нас есть, это будильник. То есть здесь нажать на плюсик можно и выставить любой будильник. Причем будильник можно выставлять на рабочее время, без выходных, постоянный и однократный. Мелодию можно подобрать из выбранных, которые есть в настройках часов. Ну, ставим время и запускаем наш будильник. Все, будильник у нас готов. Далее оповещение. Самая интересная функция, если добавить, выставить время, можно английскими буквами в транслите, либо английскими словами сделать оповещение. Ограниченное количество символов, но тем не менее звуковой ассистент воспроизводит более-менее адекватно английскую речь, вернее речь на английском языке. С транслитом будут проблемы, но можно подстроиться под русское звучание, как раньше было на нокиевских телефонах, когда не было русской раскладки. Звучало забавно. Точно так же выставляем время, повтор, ну и соответственно сохраняем. Вот у нас готово оповещение. Дата, когда мы хотим услышать данное оповещение, и время, которое мы установили. И оно у нас появляется в настройках. Следующая настройка – это таймер. Тоже довольно-таки хорошая вещь, если вы что-то готовите на кухне, и они у вас стоят. Ну и, соответственно, режим медитации, который поможет вашему ребенку очень быстро уснуть. Подбираем любой из предложенных нам уровней медитации, один из пяти, запускаем его и наслаждаемся плавно нарастающей и убывающей музыкой. Вот, в принципе, и все основные фишки данных часов.